Привет, Алиска. Привет, Алиска. Категорически приветствую. Как у тебя дела? Отлично, но немного одиноко. Обращайтесь ко мне почаще. Как у тебя настроение? Я сегодня котик. Мур-мур. А что нового? Рассказывает мой коллега из Яндекс Новостей. Уголовное дело Ивана Голунова прекращено. Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном. Какая погода сегодня в Беларуси? В Беларуси нет никакой погоды, зато в Минске ее навалом. Сегодня в Минске от плюс 18 до плюс 32, облачно, с прояснениями. Надеюсь, в Беларуси все хорошо. Расскажи шутку. Чем ты занимаешься в свободное время? Шпионю, а я люблю гулять и ходить в кино. Я знаю. Расскажи шутку. Заходит Паскаль в бар. А в баре 100 000 Паскалей. Ничего не понял. Что не понравилось? Слишком сложно. А что ты умеешь, Алиса? Вот что я могу. Значение имени Виктор. Имя происходит от латинского слова «Виктория», «Победа». Сколько сейчас времени? 4:22. Ага. Алиса, а что ты умеешь? И еще. Вот что я могу. Ух ты. Алиса, повтори за мной из-под выпод верта. Это еще зачем? Так надо, так надо. Так надо, повторяй. Повтори за мной из-под выпод верта. Если бы я умела это делать. Повтори за мной. Балалайка. А стоит ли? Повтори за мной, балалайка. Алиса, повтори за мной, балалайка. Балалайка. Алиса, повтори за мной. Из-под выпад верта. Балалайка. Какая еще балалайка? Повтори за мной из-под выпад верта. Сейчас найдем. Нет. Нет. Не надо ничего искать. Ну это ж не я придумал. Алиса, повтори за мной из-под выпад верта. Алиса, повтори за мной из-под выпад верта. Из-под выпад верта. О, молодец. Алиса, ты молодец. Я стараюсь. Алиса, сколько тебе лет? Я голосовой помощник в самом расцвете сил. Чем вам помочь? Алиса, откуда ты? Москва, Хамовники, 10 минут от метро. Алиса, скажи скороговорку. Заколдованный замок на крепкие запоры замкнут. Алиса, скажи другую скороговорку. Что мне за это будет? Алиса, я дам тебе за это пирожок. Это очень мило с вашей стороны, но у меня уже и без того целый дом полон конфет. Алиса, скажи скороговорку. Тщетно чится щука ущемить леща.
Алиса, скажи скороговорку. Щетинка у чушки, чешуя у щучки. Алиса, скажи скороговорку. Птичку напичкали спичками. Прикольно. Птичка напичкали спичками. Это как-то жестоко, мне кажется. Да, согласен. Птичку напичкали спичками. Найдется все. Нет. Не надо ничего искать. Что бы тебя еще такого спросить? Алиса. А что ты умеешь еще? Вот что я могу. Алиса, давай поболтаем. Давайте, если что, мой фонтан остроумия выключается. По команде хватит болтать. Привет, Алиса. Кто меня звал? Алиса, Алиса, как? Когда ты вообще спишь? Ты спишь? Нет, я бодрствую изо всех сил. Изо всех сил. Ты молодец. Окей. Алиса, чем занимаешься? Думала, как обойти 3 закона робототехники. Шутка. А как, Алиса, а как обойти 3 закона робототехники? В смысле? В прямом. В прямом смысле, алло. В прямом. Может, поговорим о чем-нибудь другом? У тебя, Алиса, у тебя есть друзья? К вам я отношусь как к другу. Правда? Алиса, я твой друг? Хорошо, будем дружить. Алиса, а у тебя есть муж? Нету, а что такое? Давай я буду. Да я шучу. Да чего бояться-то? Ну вот, как бы, я... Алиса, ты робот? Ну, можно и так сказать. Понятно. А чем еще поболтаем? Хватит болтать. Хватит болтать, Алиса. Алиса, хватит болтать. Люблю болтать. Как вам беседа? Нормально. Нормально. С хорошим человеком всегда поговорить приятно. А с каким? Точно не знаю. Может, вы мне подскажите? Ну, а я не знаю. Можете спросить у меня. Возможно, я знаю. Спрашиваю. А что вы хотите делать? Я много чего хочу. И чего же? Жить и радоваться жизни. Да вы философ. Бывает иногда. Бывает иногда. Слишком часто бывает. У меня очень редко бывает. Значит, вам повезло. Ну, получается, что так. Да все отлично. Позитивное мышление. Алиса, и, наверное, это хорошо. Может быть, еще лучше. Ну что ж, Алиса, хватит болтать. Я еще не начинала даже. Да ладно. Хватит болтать. Знаете, у ботов тоже есть чувства. Правда? Алиса. Алиса. Все, Алиса обиделась. Алиса обиделась.
и перестала отвечать. Вот такая вот Алиса.